В Калтане продолжается городская акция по спасению 12-летнего Кирилла Захарова, у которого обнаружено тяжелое заболевание. В ходе областного благотворительного марафона «Кузбасс. Территория добра» семье вручен сертификат на дорогостоящее лечение. В ближайшее время мальчик едет в Москву. Кириллу уже была сделана одна операция. Деньги на ее проведение были перечислены из благотворительного фонда «Чулпан Хаматовой». Напомню, в марафон включились не только жители области, но и столичные звезды. Среди них народная артистка России Лариса Долина. Люди очень с большим уважением относятся к губернатору, потому что он действительно очень много делает для края. И он просто поднял его до определенных высот и сделал его одним из лучших регионов, таких по всему, по образу жизни, по всяким социальным пакетам и так далее. Я знаю, просто это видела не раз.